Вакцину от ковида и других вирусов будут хранить в холодовом центре. Его строительство уже начали в Махачкале. Ход работ проверил министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов. Отмечу, это модульный корпус при Республиканском центре инфекционных болезней. Там установят 15 крупных холодильных камер. В них вакцина будет храниться больше года. Общая площадь здания составит порядка 500 квадратных метров. Для транспортировки вакцины будет развернута полная логистическая цепочка. Для этого профильное министерство закупило специальный автотранспорт с температурным режимом.